Добрый вечер, уважаемые слушатели. Буквально пару минуточек, и мы начинаем. Еще раз добрый вечер. Напишите, пожалуйста, в чаты, слышно ли меня, видно ли, то есть видите ли вы презентацию, хорошее ли качество или нет. Меня зовут Виктор Чеплыгин. Занимаюсь информационной безопасностью уже более 5 лет. И также преподаю по данной тематике, в том числе экраны и VPN. Потому что мне хотелось донести какие-то свои знания до коллег, которые только начинают работу в этой области. Поэтому, собственно, начал этим заниматься. Что хотелось бы сказать по сегодняшней теме вебинара. Вебинар у нас, можно сказать, вводный. То есть, понятное дело, что за час-полтора рассказать подробно такую обширную тему невозможно. Тем более, что, как вы видели, по оглавлению к вебинару у нас запланировано как-то вкратце постараться посмотреть основные также продукты, используемые социальными инженерами. Тема наша посвящается вопросам, связанным с социальной инженерией, общим вопросам и популярным инструментам по добыче информации из открытых источников. Сразу же хотелось бы сказать, что любые инструменты, связанные каким-либо образом с хакерской деятельностью, к ним также относятся и инструменты, рассматриваемые здесь, это Maltego и Set Tools, Social Engineering Toolkit, естественно, использовать против организаций, частных лиц, без их согласия, желательно письменного, не рекомендуется, потому что это чревато возможным получением статей. То есть вы знаете, что есть набор статей в Уголовном кодексе, если применяются программные средства для получения информации. Также есть статьи по негласному съему информации. То есть в любом случае мы изучаем эти инструменты, методы атак для того, чтобы могли от них защититься. То есть представлять, что умеют так называемые Black Hat, злоумышленники. А наша цель – стать на путь White Hat и, соответственно, развиваться в этом направлении, стать высококлассными специалистами. Что хотелось бы сказать по самому вебинару? Еще раз повторюсь. Приблизительная длина – час-полтора. Уровень подготовки – для новичков, то есть если среди слушателей у нас есть люди подготовленные, возможно, информация будет не столь нова для них, потому что вопросы рассматриваются достаточно базовые, но я постараюсь раскрыть их и подать интересно. Видеозапись
будет разбор вопросов. Предлагаю провести в конце вебинара. Соответственно, пишите их в чат. Если записей в чате будет много, и вам покажется, что я их пропустил, я постараюсь весь чат прочитать. Если видите, что ваш вопрос не рассматривается, продублируйте еще раз, как раз к концу вебинара. Ну, в принципе, смысл писать есть эти вопросы именно в самом конце. Если говорить о самой теме вебинара, многие из вас наверняка сталкивались с различными ситуациями. Например, в новостях слышали про мошенничество, хакерские атаки, при которых использовались различные уловки, хитрости, благодаря которым злоумышленники получали ту или иную информацию. В простонародье многие, конечно, сопоставляют сразу же это с неким мошенничеством в социальной инженерии. Конечно же, в какой-то степени мошенничество используют социальную инженерию, но в целом данное понятие имеет как положительный, так и отрицательный характер. То есть бывают социальные инженеры, как и хакеры, использующие технологии, можно их отнести к white hat, соответственно, тем, которые на стороне добра, на светлой стороне, и black hat. Значит, поэтому сегодня мы постараемся разобрать в нашем вебинаре вопросы, связанные с терминологией. Почему же по сей день у нас человек остается самым слабым звеном? Разберем основные модели атак и какие техники применяются в социальной инженерии. И даже попробуем рассмотреть на примерах некоторые инструменты. Есть онлайн-инструменты, которые позволяют проводить социоинженерные атаки, так и инструменты, входящие в немало известный в узких кругах, но, в принципе, сейчас достаточно много кто интересуется темой информационной безопасности, уже знает, что есть такой дистрибутив Kali Linux, в котором в составе достаточно много утилит разной направленности, в том числе по нашей тематике. Это Maltego и Social Engineering Toolkit. И последний момент, который мы рассмотрим, это вопрос, наверное, наиболее животрепещущий, который всех волнует, то есть как определить, что вас пытаются взломать. Да, то есть социоинженеры – это, по сути, хакеры человека. То есть они взламывают наши слабости. И рассмотрим какие-то базовые моменты противодействия, атаки, соответственно. Но уже вначале хотелось бы сказать, собственно, изучение этой темы, изучение этих методик и техник, инструментов является одним из шагов к тому, чтобы защищаться от социальных инженеров. Что касается темы вебинара, почему выбрана именно эта тема? Почему здесь мы все собрались? И, в принципе, я видел по комментариям, что тема интересна слушателям. Во-первых, применение методов социальной инженерии у нас на текущий момент все больше и больше развивается, как положительное, так и отрицательное. То есть это воздействие на человеческую психологию с целью получения своих каких-то выгод. То есть злоумышленники, соответственно, хотят выудить из вас информацию и за счет этого как-то обогатиться. Если сравнивать с другими видами хакерских атак, то здесь нужно понимать, что все-таки для проведения высокотехнологичных атак нужно понимать технологии, как работают протоколы, какие уязвимости в этих протоколах есть и технологиях. Здесь же, в принципе, каждый человек с самого детства, сам того не понимая, является социоинженером, то есть использует какие-то уловки, методики для того, чтобы, допустим, там как-то манипулировать родителями. Дети прекрасные
представители данного направления. То есть, ну, идет речь, конечно же, не о негативной какой-то стороне, но по большей части позитивной. То есть они воздействуют на своих родителей, родственников милыми улыбками и так далее. То есть, ну, в этом они открыты и непринуждены. Вот. В-третьих, почему тема эта выбралась, как я уже говорил, наша цель – быть на светлой стороне, то есть на стороне white hat, высококвалифицированных специалистов, которые должны не просто знать средства защиты, там, что такое сетевой экран, что такое VPN и все, но и быть на голову выше злоумышленника, так называемых black hat. А борьба, конечно, на текущий момент неравная, понятное дело, что на темную сторону многие уходят, потому что там, грубо говоря, какие-то свои интересы возникают. Но, естественно, это все уголовно наказуемо, а заниматься защитой информации легально, официально в какой-то организации или оказывать услуги, соответственно, это хорошо. Поэтому специалисты данной области востребованы на сегодняшний день и высокооплачиваемы. Но вы должны понимать, что для того, чтобы стать высокооплачиваемым, это большой труд. То есть в любом случае нужно подготовиться хорошо, постоянно самосовершенствоваться и самообучаться. Даже в той же социальной инженерии. Значит, каких результатов мы должны добиться? Ну, понятное дело, должна быть какая-то конечная цель у любого действия, ради чего все начиналось. Наша цель – встать на путь изучения социальной инженерии как одной из неотъемлемых частей информационной безопасности. Путь к светлой стороне у нас начинается именно с этого. Я надеюсь, что слушатели, которые присутствуют на вебинаре, в дальнейшем не забросят эту тему, будут развиваться в этом направлении. Не только социальная инженерия, но и другие вопросы, связанные с информационной безопасностью. Теперь, что касается тематики. Первый раздел, который мы рассмотрим, это теория социальной инженерии. Если говорить об истории терминологии, то является она неотъемлемой частью любого явления, поэтому всегда нужно начинать для глубокого понимания с каких-то теоретических основ. Как бы это по началу скучно не казалось, потому что у всех, конечно, набивают оскомину скучные лекции в ВУЗе, здесь мы постараемся разобрать это достаточно живо, такой сжатый срок, чтобы было понятно и интересно. То есть социальная инженерия в нашем случае – это некий инструмент или даже, можно сказать, искусство, которое нужно постигнуть и с помощью которого, в принципе, люди, которые хорошо развиты в этом направлении, могут искусно манипулировать другими людьми. Значит, в чистом виде социальная инженерия, понятное дело, что встречается, но всегда она примешивается к каким-то направлениям. То есть в любом случае сейчас цель наша рассмотреть социальную инженерию в том ключе, когда идет речь о взломе человека как одного из слабейших звеньев системы защиты компьютерных программ, систем, то есть в любом случае. Раньше, как я уже говорил, манипулирование людьми без применения компьютерных технологий у нас уже испокон веков применялось, и, допустим, те же врачи, психологи, терапевты часто используют элементы социальной инженерии, чтобы манипулировать пациентами. Здесь данные специалисты являются положительной частью этого явления социальной инженерии. И если говорить о первых случаях социальной инженерии, то, в принципе, можно рассмотреть такой пример, как добывание информации еще в Древнем Китае, когда утекла
произошла утечка информации из-за того, что успешно осуществлена была атака на человека, и утекла информация о шелковом пути, то есть как китайцы доставляли шелк. Значит, что касается истории, в принципе, значит, в том понимании, в котором мы сейчас будем рассматривать социальную инженерию, она, конечно, существует относительно недавно. Если брать термины, то под социальной инженерией понимается совокупность подходов в социальных науках, ориентированных на изменение поведения и установку людей. То есть, проще говоря, манипулирование людьми с помощью их слабостей и каких-то особенностей их характера. Потому что каким бы себя человек ни считал уникальным, в любом случае есть какие-то шаблоны поведения, присущие большинству людей. То есть делятся все на определенные психотипы, и за счет этого, в принципе, специалисты, которые занимаются глубоким изучением этого вопроса, знают их и могут использовать, в принципе, как во благо, так и во зло. Социальный инженер, соответственно, человек, применяющий подходы и методы социальной инженерии, умеющий управлять поведением людьми с целью получения информации. Ну, в чистом виде, как мы это понимаем сейчас, именно для получения информации как раз-таки с коммерческой точки зрения взлом, допустим, каких-то конкурентов через не применение каких-то эксплойтов, а через человека. Потому что качество средств защиты, программных, аппаратных, сейчас достаточно высокий, поэтому взломать такую систему порой тяжело. То есть, еще раз повторюсь, высокая квалификация должна быть. И на самом деле, если брать статистику мировую, то взломов через использование слабости человека в социальной инженерии гораздо больше процент, чем высококлассный взлом, который вы привыкли видеть в различных фильмах про хакеров, где там в два клика взламывается система сложнейшая, и Пентагон, там, и правительство США там повержен. Значит, что касается становления этого понятия, отцом социальной инженерии считается Кевин Митник. Кевин Митник являлся в свое время очень известным хакером. Сейчас он, после того, как его посадили за эти деяния, он вышел и стал консультантом по данным вопросам, так как он в данных вопросах очень хорошо разбирается и, соответственно, представляет, как это все устроено. То есть является автором многих книг по данному направлению и консультирует соответствующие структуры в США. Значит, и будем мы рассматривать в нашем вебинаре социальную инженерию именно с точки зрения, как применяет этот термин Кевин Митник. То есть атака на человека. Если говорить о техниках социальной инженерии, то наверняка каждый из вас задумывался о том, что вы сами или ваши родственники выкладывают в соцсети любую информацию, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук. Есть много примеров, где через соцсети утекала очень чувствительная информация, я понимаю, важную информацию, которую могут использовать против вас, либо какую-то выгоду на этом получить. Соответственно, поиск по таким источникам позволяет злоумышленнику собрать достаточно информации, чтобы проводить атаку свою. То есть в результате для подготовки атаки по типу претекстинг, то есть идет речь о том, что не просто какое-то мошенничество осуществляется по телефону, вам звонят и грубо пытаются там обмануть, а подготавливается целенаправленно схема, по которой вы должны
выдать какую-то информацию, сами того не подозревали. То есть в результате жертва при проведении данной атаки должна, то есть ее бдительность этого человека должна быть усыплена. Как правило, это делается по телефону. В принципе, если рассматривать претекстинг, все начиналось с того же фрикинга. То есть термин фрикинг означает, что есть какой-то человек, который пользуется телефоном раньше, когда компьютерные сети не были так развиты, соответственно, социальные инженеры использовали обычную телефонию. Следующее, что мы рассмотрим, это фишинг. С фишингом, я думаю, проблем нет. То есть вы термин этот и сами не раз сталкивались, получая жульнические письма. То есть многие атаки, наиболее нашумевшие, это нигерийский принц или как нигерийская афера, как раз-таки по данному принципу организовывалась. Ну, то есть там шло комбинирование фишинга за счет забрасывания письма с заманивающей информацией, подкупающей алчных людей на то, чтобы ответить, как-то перевести деньги, ну и могла еще какая-то добавляться ссылка, то есть били по всем фронтам. Напишите, пожалуйста, в чат, сталкивался ли кто с такими письмами, может быть, в спаме видели у себя. Так, ну, какой-то активности не вижу. Ладно, подождем. В принципе, у нас чат может отставать в записи немножко. Но надеюсь, что вы понимаете, о чем идет речь. То есть тут ничего сложного, в принципе, элементарные вещи. Нет, ну, к счастью, нет. Естественно, хорошо, что вас никто не атакует. Может быть, вы даже не заметили этого. Может быть, спам-фильтры настолько качественно у вас работают, что, в принципе, вы не придали этому значения. Спам да спам. Как бы я недавно, совершенно случайно, изучая папку «Спам» на одном из почтовых ящиков, просто случайно увидел, соответственно, такое письмо. Конечно, было смешно, потому что на текущий момент одного из известнейших нигерийских принцев уже посадили. Ну, то есть того человека, который занимался спам-рассылками. Следующий вариант атаки – это троянский конь. Здесь, конечно, направлена атака на эксплуатацию любопытства человека либо той же алчности. Что здесь означает? Что злоумышленник отправляет либо письмо, email такое, содержащее во вложение какое-то там важное обновление, то есть грамотно составляет письмо, чтобы заинтересовать получателя. Естественно, сейчас наиболее популярным на самом деле является вот как раз-таки фишинг и троянские кони. То есть присылается письмо в те же организации, грамотность у специалистов, которые, в принципе, не сталкиваются даже с IT в больших организациях, слабая в этом плане. То есть они думают, что действительно сисадмин присылал какие-то обновления. Кликают на ссылку и, пожалуйста, встречаем шифровальщика, который, соответственно, выводит практически сразу сообщение о том, что ваши данные зашифрованы, пришлите денежку. Вот. Следующий вид атак – это дорожное яблоко. Почему здесь, опять же, присутствует такой термин? То есть метод атаки представляет собой адаптацию того же троянского коня и состоит в использовании уже физических носителей. То есть здесь просто человек, злоумышленник, подбрасывает инфицированную карту памяти, либо USB-флешку. Сейчас уже, конечно, реже встретишь там подбрасывание CD, потому что человек найдет CD-диск, посмотрит на него и даже не,
не сможет его прочитать, потому что на многих ноутбуках и компьютерах, в принципе, CD-приводов уже как таковых нет. Но снабжается какой-то интересной надписью этот носитель, допустим, для служебного пользования, или там совершенно секретно, если уж совсем так заинтересовать человека, или, допустим, информация о заработной плате сотрудников, кого бы не заинтересовал такой подход, то есть кто бы не хотел посмотреть, какая зарплата у его коллеги. Вот. Следующий вид атак – это Qui pro quo. То есть, по сути, если в переводе, означает услуга за услугу или то за это. То есть, означает это, когда злоумышленник в организацию звонит по какому-то случайному номеру, попадает на рандомного сотрудника и в результате, представляясь там, допустим, сотрудником техподдержки этой организации, пытается решить какие-то технические проблемы. Ну, понятное дело, что технических проблем, если нет, то нужно либо их создать, либо настолько убедить человека, что они есть, для того, чтобы он выполнял какие-то действия на компьютере. То есть, по сути, злоумышленник, социальный инженер руками сотрудника проводит атаку, допустим, на ту же компьютерную сеть. Понятное дело, что сложно не получится сделать, но получить какую-то порцию информации всегда можно. Если говорить о данном способе атак, здесь можно также привести пример из жизни, тоже с этим сталкивался, когда, допустим, есть объявление в газете, по этому объявлению сразу же звонят какие-то мошенники чаще всего и пытаются провести свои атаки. Что здесь имеется в виду? Допустим, продается там участок, машины, все что угодно. Человек начинает говорить, что ему срочно нужно купить, у него есть деньги, он готов за ту сумму, за которую вы продаете, сделать это все. Но он там едет из другого города, допустим, и в результате, конечно же, человек хочет продать свой участок быстрее, 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 соответственно, он подкупается, готов сразу же пойти навстречу, но в этом случае надо понимать, что если человек очень покупатель потенциальный, но, скорее всего, он злоумышленник, представим его таким образом, очень напорист, иногда срывается, пытается вас запутать, какие-то манипуляции проводить, то есть здесь уже надо насторожиться. Потому что, я еще раз говорю, сталкивался с таким случаем, когда злоумышленник, позвонив по объявлению, соответственно, одному из знакомых моих, соответственно, пытался выудить информацию о том, опять же, как купить, когда купить, за сколько продается, и просил перевести, ну, то есть для закрепления своего права за участком, ну, то, что он купит его, значит, он просил номер карточки, чтобы он перевел задаток. В итоге настолько запудрил мозги продавцу, что тот, очень сомневаясь, но все же подошел к банкомату по телефону, значит, слушая уже как бы загипнотизировано этим мошенником, нажимал на кнопочки банкомата. В итоге мошенник смог таким образом подключить свой номер телефона к Сбербанк онлайну продавца. То есть здесь нужно быть осторожнее. То есть они еще и очень хорошие психологи, с эффектом там напора и иногда какого-то надрыва с эмоцией. Человек, конечно, поддается, ему становится неудобно, и он ведется на все. Еще один вариант атаки – это обратная социальная инженерия. Вот. Также я смотрю, в чате у нас написано, это было в «Мистер Робот». Да, по поводу подброса флешки, совершенно верно, кто смотрел этот замечательный сериал, там использовался этот метод социальной
инженерной атаки. Дальше. Целью обратной социальной инженерии является заставить вас обратиться к злоумышленнику за помощью. То есть он уже не сам вам звонит и пытается как-то навязать свои услуги, а чтобы вы сами к нему обратились. Есть варианты различные, когда, допустим, как-то незаметно подбрасывается информация, допустим, стикер клеится на рабочее место, что техподдержка, и такой-то номер телефона спросить Степана. И когда возникает какая-то проблема, человек звонит, и он попадает как раз-таки не в свою техподдержку, а к злоумышленнику, который этого и ждет. Но чтобы это ускорить, понятное дело, таким образом можно прождать долго. Злоумышленник может совершить так называемую диверсию. То есть он специально подходит, нажимает кнопочку на системном блоке или выдергивает кабель какой-нибудь или что-то ломает, и человек уже просто вынужден позвонить в техподдержку, ему срочно нужно сдавать отчет. То есть цель здесь как раз-таки получить информацию, заманив к себе в сети человека, соответственно. Также здесь не приведены, но на текущий момент очень распространено. То есть это направление очень сильно развивается, не только с точки зрения социальной инженерии, но даже по большей части как проведение конкурентной разведки. То есть конкурентные разведчики используют способ сбора информации из открытых источников полным ходом. В том числе нам уже известный инструмент Мальтега позволяет это делать. Но, понятное дело, это инструмент автоматизации, чтобы удобнее это все было делать. В принципе, есть достаточно много различных сервисов, систем, которые, в принципе, агрегируют информацию о тех же физических лицах. Допустим, наверняка кто-то сталкивался, и, может быть, кому-то было интересно посмотреть, а что же это за номер, кто мне звонил, и в интернете вы там пытались нагуглить, на Яндексе набрать. Значит, и сталкивались с такими ресурсами, на которыми вам там предлагалось там скачать базу данных телефонов. Понятное дело, что в открытом виде, прямо по первому запросу, найти что-то стоящее достаточно тяжело. Но сейчас есть приложение, которое, собственно, позволяет определять, кто вам звонил. Я вот сейчас, честно сказать, у меня выскочило из памяти название этого приложения. Может быть, кто-то напишет в чат, кто пользовался. Смысл приложения, активно оно распространяется, в том числе на территории Российской Федерации, в которой смысл заключается в том, что вы даете доступ к приложению к телефонной книге, подтверждаете все возможные разрешения, тем самым открываете доступ своими руками к содержимому в телефоне, и в результате таким образом пополняется база этого приложения. По сути, оно так работает. По сути, вы сами отдаете свою записную книжку с телефона в это приложение, и получается, что оно таким образом пополняется. Ну, по сути, чем-то по принципу похоже с пирамидой. И еще один способ атак, который я хотел бы привести в пример, это в русском варианте можно это назвать как подглядывание, но, в принципе, общий термин существует как плечевой серфинг. Плечевой серфинг. Соответственно, что это означает? Ну, принцип как раз-таки заключается в том, что кто-то нехотя, либо же специально
стоя сзади, когда вы там работаете на компьютере, вводите свои логины, пароли, может это подсмотреть. Если говорить о проводимых опросах в данном направлении, то, в принципе, многие, большой процент достаточно, порядка там 80% людей признавались в том, что неоднократно сталкивались с тем, что видели, как раз-таки вот невзначай через плечо, ту информацию, которая, в принципе, не должна была попадать им на глаза. Но они честные люди, то есть они это делали не специально. Но такой вид атак есть, целенаправленно, там аккуратненько за спиной кто-то становится или просто туда-сюда маячит, смотрит, что у вас там на мониторе творится. Или же если вы в командировке, работаете на ноутбуке где-нибудь в самолете, либо в поезде. И основываясь на приведенных техниках, злоумышленники у нас успешно строят свои атаки. Если говорить о статистике, то Positive Technology провело такое исследование. Здесь у нас на слайде собрана информация по кварталам, то есть Q1, Q2, Q3, Q4 – это кварталы. И указано количество в первой таблице, количество атак методом социальной инженерии и доля атак методом социальной инженерии, в принципе, на весь рынок всего происходящего. То есть статистика взята из отчета Центра исследований Positive Technology. Если говорить об ущербе, то в 2017 году составил он более 250 миллионов долларов США. Понятное дело, что сейчас на первом месте различные шифровальщики, вымогатели, фишинговые атаки. Но, в принципе, это все тоже можно отнести к разновидности социальной инженерии. Теперь, чтобы как-то разбавить теорию, я сейчас как раз-таки продемонстрирую возможности, то есть как злоумышленник может использовать, в принципе, общедоступные сервисы, которые, допустим, предназначены для того, чтобы подделывать письма. То есть если искусно сформировать письмо и выбрать там нужного отправителя, то есть выбрать и составите правильно текст письма, может быть, сделаете какой-то шаблон стандартный, возьмете его из сети интернет, скачаете, допустим, с сайта правительства какой-нибудь запрос или, допустим, ответ, то есть формат стандартного письма. В результате доверие и бдительность получившего такое письмо будет усыплена. И что касается сервисов, которые могут использоваться для этого, например, достаточно просто открыть поисковик, ввести, допустим, сервисы отправки фейковых писем или там фейк-мейлер. Один из таких ресурсов, который попадается на глаза у нас при переходе, соответственно, при поиске такой информации, это некий Yankees Mailer. Ну, в принципе, их достаточно много. Смысл его заключается в том, что вы указываете, от кого будет письмо, соответственно, там, не знаю, указываете, или там просто президент, неважно. В результате заполняете поле from Gmail,
Человеку-то не важно, что там за президент ему пишет. Он увидел, что президент. И, в принципе, с почтового ящика, там, допустим, Go.ru, в результате нужно также грамотно составить заголовок. Понятное дело, сейчас я не буду тратить на это время. И берем, допустим, какой-то текст. Очень важно, срочно пойдите по ссылке личный. Нет. И дальше идет какая-то ссылка. По поводу того, что видео прерывается, значит, ну, платформа так работает. Может быть, у меня ноутбук, конечно, не самый мощный, но когда я просто переключаюсь с одного экрана на другой, для того, чтобы продемонстрировать, допустим, не только презентацию, но и возможности каких-то сервисов, такое возможно. Извините за это, постараемся. Точнее, тут от меня уже напрямую это не зависит. Значит, и указывайте там. Дальше, соответственно, подтверждайте, что вы не робот, ну, это не суть. Здесь, как на любом сервисе, для того, чтобы массовые рассылки защититься, соответственно, введена капча. В результате мы получаем письмо. То есть можно еще приложить какой-то файл для пущей убедительности. Предварительно, еще раз говорю, скачав какой-то шаблон, допустим, вы здесь представляетесь кем-то из там, правительства, из Сбербанка, Центробанка, может быть, там Герман Греф пишет вам письмо радостное о том, что вы счастливый обладатель какого-то счета, и вам нужно его получить, поэтому там перейдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться на портале. Ну, то есть здесь надо это все продумывать тонко. В результате отправляется письмо, email sent successful, и получатель видит следующее. То есть у него приходит письмо, появляется уведомление, и мы видим, что из-за того, что в системе вы указали, в принципе, домен почтового ящика gov.ru, почтовый ящик тот же Mail.ru или, в принципе, другие почтовые ящики ориентируются на данное поле, они видят, что это gov.ru, и, в принципе, даже играют не вам на руку, потому что проставляют иконку такую соответствующую, то есть двуглавый орел и так далее. То есть у вас вообще возникает ощущение, что вам действительно пришло важное правительственное письмо. То есть вы в итоге заходите, нажимаете на ссылочку, и, как правило, там в ссылочке есть какой-то редирект, допустим, на зараженный портал, либо же в приложении письма есть файл с полезной нагрузкой. С полезной нагрузкой здесь у нас подразумевается скрепление, допустим, картинки какой-то или текстового файла или PDF-файла с вирусом. То есть есть такие же сервисы, которые, в принципе, тем же школьникам позволяют
без знания глубокого технологий делать такую полезную нагрузку, то есть в виде какого-то файла. Понятное дело, что кидаться, пробовать, отсылать своим друзьям тоже не рекомендуется, потому что еще заразите чей-нибудь компьютер, потом вам спасибо не скажут. Поэтому еще раз повторюсь. Если есть желание там, попробовать какие-то инструменты и в дальнейшем предупреждение для всех, если вы будете учиться на курсах там, этичного хакинга, там, конечно, вам об этом тоже скажут. Есть много ресурсов и порталов, на которых вы можете потренироваться и отточить свои навыки без последствий. То есть эти ресурсы делаются специально, в том числе скачать какую-нибудь виртуальную машину, дырявую с ног до головы, где куча уязвимостей, и потренироваться. Так, теперь вернемся Так, вопросик. Ладно, давайте сейчас посмотрю. Вопросы всплывают некоторые. А сайты, которые считают логин и пароль, а потом передают их по назначению, чтобы выполнялся вход куда надо. Если я правильно... Значит, вы спрашиваете про фишинговые сайты. По поводу фишинговых сайтов и какие инструменты позволяют их создавать, и как это делается, мы... так скажем, на вкусное ставим в конце вебинара, ближе к концу вебинара, когда будет рассматриваться инструмент Set Tools, то есть, который мы запланировали в виде демонстрации посмотреть. Так что не переживайте, посмотрим. Следующее, мы что с вами рассмотрим, это тема распространенных атак. То есть, что у нас злоумышленники используют то есть, здесь можно на этом слайде поиграть в игру «Где логика?». То есть, что объединяет или почему на этом слайде разные личности, в том числе и мультличности, вымышленные из комиксов. А какие варианты у вас есть? В чате напишите. Ладно, не буду вас томить. Надеюсь, в чате варианты вы свои представите. Значит, по поводу этого слайда. Здесь у нас приведены как раз-таки распространенные виды атак. Сейчас поясню, что значит, это означает. Лучше всего запоминается, конечно, все ассоциации. Ну, не знаю, опять же, зависит, конечно, от психотипа, от человека, но там, читать текст или посмотреть картинку и связать ассоциацию проще, чем запомнить, что было в тексте длинном, монотонном и нудном. Поэтому, значит, раскрываю секрет. Здесь представлены в виде ассоциаций распространенные виды атак. Первый мужик на слайде – это как раз-таки тот самый, один из известнейших, который заваривал всех письмами, нигерийский принц, далеко не темнокожий. То есть это товарищ, который жил в Штатах, достаточно... в пожилом возрасте, пенсионного возраста, и он является ярким представителем значит, атаки, называется афера 419, либо же нигерийский принц, ну, более понятно и более привычно. Значит, заключается она в том, что приходит письмо, в принципе, они не заморачиваются, они могут присылать и на английском языке, но понятное дело, что вряд ли нигерийский принц знает русский, пишет вам на русском, специально изучил для этого. Поэтому присылается на английском письмо. В письме указывается, что
пишет вам не сам нигерийский принц, а его представитель, допустим, принц заболел тяжело или при смерти, или уже умер, соответственно, и вы являетесь счастливым обладателем возможности вывести его все деньги, пока его родственнички их не разграбили, но для этого вам нужно для осуществления транзакции и подтверждения своих намерений перевести энную сумму. То есть злоумышленник потихонечку вбивается в доверие, и на самом деле достаточно много людей на это подкупается и ведется, и в результате отправляет маленькие суммы, потом побольше. Возникают всегда какие-то причины отправить еще сумму, то есть нужно на то, нужно на это, или там на лечение принцу, там, не знаю, то есть различные причины возникают. Как бы человек подкупается, как минимум один раз переводит деньги, и многие садятся на крючок и как в азартной игре начинают все больше и больше отдавать деньги, пока они понимают, что это афера, либо же вообще до нитки их обирают. Следующее, что у нас здесь представлено, это афера или вид атаки, связанный с Далай-ламой. То есть самый центральный у нас представитель на этом слайде – это Далай-лама. Здесь в данной афере группа китайских хакеров хотела получить доступ к серверам и файлам в сети, принадлежащей Далай-ламе. Понятное дело, значит, для чего? Какую-то выгоду, может, какую-то информацию важную найти, все-таки непростой человек. Значит, использованы были следующие методы. Нападавшие обработали сотрудников офиса Далай-ламы, и те загрузили и запустили вредоносное программное обеспечение на своих серверах. То есть там не уточняется, это было по принципу дорожного яблока подбросили, либо представились техподдержкой и выслали какие-то обновления. Но известно, что, в принципе, программное обеспечение было вложено в сообщение электронной почты, которое якобы пришло от коллег и участников тибетской общины. И в результате таким образом с помощью вредоносного ПО были украдены пароли и другая информация, используемая хакерами для доступа в систему к документам, хранящимся на компьютерах управления. То есть они через Далай-ламу получили доступ к какой-то другой информации, соответственно, идет речь об управлении, в котором как раз-таки хранилась эта информация. В данной атаке, как я уже говорил, было использовано несколько способов и методик. Это фишинг, втирание доверия и эксплойт, то есть уязвимость в ПО. Понятное дело, что в чистом виде, на одной психологии можно, конечно, выехать, и злоумышленники этим пытаются пользоваться, но если по-настоящему продвинутые хакеры, такие как Кевин Митник и другие представители, используют как часть своей атаки социальную инженерию, то есть не в чистом виде. Следующий представитель у нас на слайде – это мастер Сплинтер. Что же за атака скрывается под данным кодовым названием? Существует, наверняка вы знаете, такое понятие, как Dark Market, то есть теневой интернет, где существуют различные сайты, на которых продаются различные услуги противоправные, различные незаконные там, оружие и много чего другого гадкого. Значит, в 2009 году стало доступна огласке история о подпольной группе под названием Dark Market. Там по принципу eBay все было организовано, только
теневом интернете. И, естественно, этим заинтересовались ФБРовцы. Туда был внедрен агент. Он через некоторое время стал администратором этого сайта. И в результате, несмотря на то, что его пытались дискредитировать, то есть вывести на чистую воду, как-то подловить, это не получалось. Он так проработал несколько лет, а точнее там более 3 лет. Так, вопрос у вас, мастер, кто мастер Сплинтер? Соответственно, не углубляясь далеко, это из «Черепашек-ниндзя». Товарищ. Вот. Значит, возвращаясь к этому виду атак. Значит, он за это время стал поистине хакером, который мог с легкостью использовать все эти методики для того, чтобы взламывать сайты, и навыки он использовал для того, чтобы вбиться в доверие. В результате он заполучил уважение и статус за кражу личных данных из закрытых систем различных. Значит, в результате проведения этой операции и внедрения под кодовым именем агента ФБР, который носил никнейм Сплинтер, соответственно, произвести арест порядка 59 социальных хакеров и предотвратить ущерб порядка там, $70 миллионов. Понятно, что подсчитать тяжело, но как-то они высчитали. И в результате здесь получается, что различные ситуации возникают, и поэтому нужно знать, какие типы социальных инженеров существуют. А как я уже говорил, есть хакеры, которые подразделяются на white hat, black hat, в принципе, есть еще и grey hat, которые не определились, то ли они на светлой стороне, то ли они на темной стороне. Значит, white hat – это пентестеры, то есть те люди, которые проверяют наличие уязвимости, в том числе и среди людей, легально, по договору, там оказание услуг Black Hat, это взломщики. Дальше, шпионы. Под шпионами здесь подразумеваются как раз-таки привычные нам агенты различных спецслужб, которые внедряются, используя социальную инженерию полным ходом, то есть они являются яркими представителями и экспертами в данной науке, и изучают эти методы очень глубоко для того, чтобы внедряться в других государствах, в том числе в спецслужбы, которые являются конкурирующими, то есть они мастера своего дела. То есть пример у нас уже был, это мастер Сплинтер из Dark Market, то есть агент ФБР. Следующий вид – это мошенники. Мошенничество, конечно, здесь основывается на тех же слабостях человека. Алчность, любопытство, быстрая нажива. Как правило, здесь, если говорить о мошенниках, они сложные технические инструменты, конечно, не используют. Они просто применяют давление на психологию и попытку заполучить желаемое, в том числе не информацию, а сразу деньги. И следующий тип – это вербовщики. А вербовщики тоже в какой-то степени должны быть психологами и знать методы социальной инженерии, уметь вести диалог и в результате каким-то образом качественно замотивировать человека. Должен принимать вербовщик все детали во внимание и прорекламировать то
направление, куда он вербует человека. Конечно же, хороший пример вербовщиков – это какая-то работа. То есть выискивают интересных кандидатов и, соответственно, вербуют. Ну, в том числе вербуют и те же спецслужбы. Очень распространенным видом социальных инженеров, в принципе, даже сами того не подозревая, являются недовольные сотрудники. После того, как работник становится раздраженным, то есть его что-то не устраивает на работе, он часто вступает в состязание со своим работодателем. Может ситуация развиваться в каком-то одностороннем порядке, допустим, без причин уволили сотрудника или сократили, а он считает себя, так скажем, очень хорошим специалистом, что ему организация всем обязана, что он все настроил, в том числе это часто встречается среди IT-специалистов, службы безопасности. В результате работник либо скрывает свое недовольство и пытается каким-то образом навредить, в том числе используя метод социальной инженерии. Допустим, человека уволили, его просят сдать бейджик, пропуск. Он говорит, на хитрость идет, уговаривает своего товарища из охраны, говорит, я сейчас схожу, вещи заберу, я тебе все отдам. А все ключи потом верну. Идет, все забирает, затирает все на серверах, и в результате уходит, сдавая там ключи. Понятное дело, что это может даже обнаружиться не сразу. Понятное дело, это сразу затирают очень обиженные сотрудники и недальновидные, а те, кто дальновидны, в принципе, могут и ввести какой-то вирус, условно, там, вирус по принципу замедленной бомбы с таймером, который сработает не сразу. И потом это будет уже труднее работодателю доказать. Также хорошими социальными инженерами являются продавцы. То есть они подобны тем же вербовщикам, рекрутерам, должны хорошо понимать человека, разговаривать на языке человека, который к ним подошел конкретно сейчас, видеть его насквозь. Также к этому относится и, в принципе, типу социальных инженеров правительство. Не часто, конечно, рассматривается в роли социальных инженеров, используют методы социальной инженерии, чтобы контролировать выпускаемую информацию. На самом деле, конечно, здесь не стоит списывать их с счетов. Информация, как вы знаете, фильтруется, то есть по официальным СМИ это вообще очень заметно. А если требуется зашлифовать, как-то затереть какое-то событие из памяти людей, массы людей, это делается специальными организациями, у которых есть возможность воздействовать на информационное пространство. То есть они уже с помощью своих инструментов проводят анализ, где что, кто написал, и какой ситуации или какой информации можно это все перебить. То есть, грубо говоря, вывести в топ другое событие, которое, в принципе, там специально создано для того, чтобы сгладить более серьезную ситуацию. Прекрасный доклад на эту тему есть у Андрея Масоловича, и он является, соответственно, разработчиком и, насколько я знаю, генеральным директором фирмы «Лавина Пульс», то есть там как раз-таки инструмент, позволяющий, ну, наподобие Мальтега, но немножко с другого ракурса, проводить конкурентную разведку по конкретным личностям, либо по конкретным организациям, и в том числе использовать СМИ для того, чтобы делать какие-то информационные вбросы, то есть основываясь на этой информации. Ну и, естественно,
врачи, психологи, юристы, мы уже это все рассматривали. То есть независимо от профессиональной области, всегда можно найти в ней какие-то частички, какие-то моменты, связанные с социальной инженерией. То есть если брать некую формулу манипуляций, общую формулу, то примерно следующим образом. Есть претекстинг, мы разобрали, то есть это когда составляется четкий план, прорабатывается конкретный индивидуум, либо организация, плюс манипуляции, плюс игра на алчности, на жадности, и таким образом вырисовывается новый или уже существующий вид атаки социального инженера. Дальше мы с вами рассмотрим социальную инженерию в лицах. То есть немного я вам расскажу о ярких представителях данного направления. Первый представитель – это Фрэнк Уильям Абигнейл-младший. Чем он запомнился историей? В принципе, он и сейчас есть. Работает он также консультантом и экспертом в области документарной безопасности. Здесь идет речь о том, что наверняка вы смотрели такой фильм, как «Поймай меня, если сможешь». В главной роли был Леонардо Ди Каприо. Смысл в том, что снят этот фильм по мемуарам и книге, написанной Абигнейлом о его жизни. То есть в результате действительно он использовал все свои навыки и какие-то природные способности убеждать, втираться доверие к человеку, чтобы подделывать какие-то документы. Тогда еще не так распространены были компьютерные средства, точнее сказать, это было очень слабо распространенное явление, и он был в том возрасте еще не в совершеннолетнем. И до совершеннолетия он умудрился подделать чеков на 2,5 миллиона долларов, которые оказались в обращении более чем в 26 странах. Успел поработать несовершеннолетним совершенно в различных направлениях. В результате его тоже поймали, экстрадировали из страны, по-моему, из Франции, приговорили к 12 годам тюремного заключения. Понятное дело, что сперва ему было весело, потом не очень. Но сейчас, как вы видите, он, тем не менее, живет и не бедствует. Но такой путь не каждому пожелаешь, и так лучше не делать, понятное дело. Не все так хорошо заканчивают. Следующий представитель – это Кевин Митник. Является знаковой фигурой в сфере информационной безопасности, является консультантом по компьютерной безопасности, писателем и бывшим компьютерным хакером, но, естественно, это официальная версия. Понятное дело, что наверняка для каких-то спецслужб и организаций он им и остается. Конечно, он с тех пор, когда использовал он свои навыки, начиная с того же фрикинга, звонков по телефону и возможности там звонить куда угодно бесплатно за счет абонента, то есть наверняка тоже видели это в фильмах, такие примеры, использовал различные техники и тактики, то есть в каком-то смысле является законодателем моды в социальной инженерии. Написал очень много книг интересных, рекомендую вам почитать, посмотреть. Наиболее известный из них, в принципе, может быть, вас как-то это направление затянет, и вы ознакомитесь со всеми. Дальше. Кристофер Хеднеке. Данная персона интересна тем, что является основателем фирмы, занимающейся вопросами социальной инженерии. Наверняка обратили внимание на первом слайде, где я
рассказывал про данный раздел, такая картинка была, где человек как бы сверлит взглядом, то есть как бы заворачивается информация, написано «social engineering». Сайт так и называется. Я в конце вам специально выведу на слайде интересные ресурсы, которые вы можете потом зайти посмотреть. Тоже является автором книг по социальной инженерии. Наиболее интересная книга – это «Социальная инженерия. Искусство взлома человека». Да, вспомнил такое еще, что, в принципе, из одних, одного из инцидентов, связанных с Кевином Митником, был случай, когда он в начале 90-х взломал домашний компьютер, соответственно, японца по имени Цутому Симомору, который являлся ведущим специалистом по компьютерной безопасности. То есть говорит о мастерстве Митника. Несмотря на то, что представитель, которого он взламывал, был сам экспертом в области защиты информации, в результате для данного японца стало целью поймать Митника и наказать его, потому что он в результате взломал его систему, которую он считал очень защищенной. Значит, если говорить о деятельности Цутомы, соответственно, он очень сильно повлиял на поиск Митника, и в результате это сказалось на его поимке. В результате поимки ему было предъявлено более 23. Еще одним ярким представителем, но здесь уже идет речь, можно сказать, больше о психологии человека, это Пол Экман. Наверняка видели такой сериал, как «Lie to Me», «Обмани меня», где главный герой, доктор Лайтман, глядя на человека по его невербальным сигналам, которые очень трудно уловить необычному человеку, либо, в принципе, мы невербальным общением, то есть без слов, какими-то позами говорим о своем настроении, о состоянии, врем мы или правду говорим. То есть он является экспертом в этой области. Естественно, социальный инженер должен обладать такими навыками. В результате достижения определенного уровня, то есть человек, на самом деле посвятивший этому жизнь, может определить по человеку, как, соответственно, он врет, не врет, действительно излагает какую-то информацию или нет. Следующее, что мы рассмотрим, инструменты социальной инженерии. В любом случае, как вы заметили, есть направление. Сперва им в каком-то степени пользуются там, в ручном режиме, то есть инструментов мало, фреймворков различных мало разработано, которые позволяют автоматизировать этот процесс. Но появляются люди, которые способны все это реализовать. В результате мы получаем набор различных очень мощных и интересных инструментов. Если говорить об инструментах для сбора информации, то здесь можно выделить специальные поисковые системы, Shodan, Censis. Дальше, что касается источников информации, это различные базы и банки данных, в которых хранится информация о человеке. В том числе можно использовать для поиска информации о каком-то юрлице
или индивидуальном предпринимателе систему SBIS. Такую слышали. Человек занимается, является ли он юрлицом, есть ли у него какие-то учрежденные организации и так далее. Да, совершенно верно, я вижу. В Kali Linux есть много всего встроенного по социальной инженерии, то есть целый набор, который в том числе мы с вами рассмотрим. То есть Maltego. Если говорить о Maltego, в комьюнити-версии Maltego присутствует в Kali Linux. Для того, чтобы поработать с данным инструментом, необходимо зарегистрироваться. Здесь ничего страшного нет, соответственно, можно всегда создать тоже там Proton Mail. Proton Mail – это сервис, который позволяет хранить письма в шифрованном виде. То есть считается одним из сервисов защищенной почты, которая недоступна в какой-то степени тем же спецслужбам и правительству. Регистрируемся. На следующем шаге, соответственно, идет инициализация и подключение, то есть проверка соединения. Пока идет инициализация, хотелось бы сказать, что, точнее как, у меня это на слайде, представим, что у нас идет инициализация. Инструмент Maltego предназначен как раз-таки для сбора по разным источникам, которые у него прописаны в настройках информации. Позволяет строить очень информативные социальные графы. То есть искать, допустим, по фамилии, имя, отчеству, по IP-адресу, по доменному имени. То есть если вводить какое-то значение, в результате он находит связанные с этим объектом, будь то сайт, будь то IP-адрес или человек, информацию. И выстраивает это в виде графов, то есть в виде точек соприкосновения. После того, как произошла инициализация, идет подтверждение о том, что мы зарегистрированы в комьюнити-версии. Комьюнити-версия отличается от инструментов Maltego, который предоставляется компании Paterva платно, тем, что в Community Edition присутствует меньшее количество так называемых трансформаций. То есть это шаблоны, осуществляются запросы и поиски информации в сети интернет. Но, в принципе, их достаточно в Maltego, Community Edition. Рекомендуется обновить во время установки и активации Maltego. Загрузка происходит с официального сайта, в результате мы получаем новый перечень различных сервисов, трансформаций и других параметров. То есть если говорить о Maltego в общем, то позволяет нам открыть и построить граф примерно следующего образа и вида. Здесь, понятное дело, что можно это все приближать, отдалять, каким-то образом выбирать нужный объект и уже дальше по найденному звену искать другую информацию. То есть получается цепочка, он, получается, строит такой граф в виде неких крупных узлов, на которых завязана какая-то другая информация. В том числе можно найти много информации в открытой сети.
Если брать ту же официальную статистику, таким способом, не только с помощью Мальтега, можно получить там, до 80-90% нужной информации при конкурентной разведке, и в том числе для проведения социоинжинирных атак. Если говорить о там, спецслужбах, правительстве, то, в принципе, процент получения информации с помощью спецагентов не такой большой, как получение информации через открытые источники. Потому что в открытых источниках не только публикуется все подряд там, физлицами, тем более то есть пишут о себе всю подноготную, где же... где были, в том числе метатеги, то есть чекинятся, проставляют отметки о геоположении, геопозиционировании, то есть где они в данный момент на этой фотографии находились. То есть показывают явно в каком месте, чуть ли не с координатами, место расположения. Это все учитывается при поиске тем же Мальтега. Следующий инструмент, который мы рассмотрим в виде демонстрации, это Social Engineering Toolkit. Так, сейчас у нас... загрузится изображение. Я попрошу вас написать в чате, четко ли видно то, что у меня происходит на экране сейчас, потому что я не уверен, виртуальная машина у меня в окошке достаточно маленькая. Давайте, пока у меня виртуальная машина отвисает, на вопросы поотвечаю. Значит, что вы имеете в виду под это тоже сбор информации? Да, черный квадрат у меня Малевича. Вот. Сбор информации с помощью фреймворка SET или Мальтега все-таки? Уточните, пожалуйста. Ну, ладно, не совсем понял, просто записывайте. Нет, записывать, понятное дело, запись вебинара будет, если вы о записи. А сборы, тоже сбор информации. Но с Framework Engineering Toolkit позволяет проводить различные виды атак. А что касается Мальтега, это... как раз-таки поиск информации и сбор. Там, в принципе, возможно подключить различные источники. Так, это по поводу поставить SSD на ноутбук, это, понятно, хорошая рекомендация, но сейчас я явно это не успею сделать, тем более у меня его нет попросту. Сейчас я перезагружу виртуальную машину. Пока она будет перезагружаться, давайте так поступим. Раз у нас демонстрация подвисла, я
Сейчас расскажу вам по тем характерным чертам, по которым можно определить, что проводится попытка какой-то социоинженерной атаки на вас. И как, в принципе, какие рекомендации по защите базовые могут применяться. Буквально минуточку, я запущу еще раз виртуальную машину и продолжим. Так, сейчас у меня запускается все. Пока у меня запускается виртуальная машина, мы возвращаемся к слайдам. Последний раздел, который мы здесь рассмотрим сегодня на вебинаре. Варианты базовые, понятное дело, что глубже можно это будет рассмотреть, если возникнет интерес со стороны слушателей в будущих вебинарах по данной тематике, в том числе разбор инструментов более детальный. Я надеюсь от вас фидбэк получить, обратную связь и увидеть ваши пожелания. Значит, если говорить о том, как определить атаку социального инженера, здесь нужно тоже, в принципе, быть подкованным с точки зрения психологии базовой хотя бы и понимать, что если на работе, допустим, вы находитесь и к вам представляется человек каким-то другом сотрудника или просто новым сотрудником, просит помочь ему, более того, просит пустить буквально на минуточку за ваш компьютер, потому что он не может со своего компьютера залогиниться в Active Directory, чтобы проверить. Понятное дело, что здесь нужно подумать несколько раз, может быть, убедиться и в результате это может оказаться социальный инженер, то есть, грубо говоря, человек, который пытается через ваш компьютер пролезть в сеть организации. Дальше. Элементарная вещь. Проверять письма и все вложения на вирусы. Понятное дело, что почтовые сервисы сейчас, в принципе, даже те же поддельные письма, если они не очень хорошо составлены, или то есть нет какой-то детализации, вот как я вам сервис показывал, значит, могут отлавливать и складывать спам самостоятельно. В результате проверяйте всегда вложения. То есть не кидайтесь их сразу запускать, потому что это письмо может быть тоже частью атаки социального инженера. Могут использоваться также фальшивые поп-ап окна, всплывающие окна на каких-то ресурсах, сервисах, подброс документов. То есть, изучив техники и тактики, вы уже представляете, что могут быть подброшены флешки. Сразу же радоваться, что вы нашли какую-то флешку с важной информацией, и подключать ее к своему служебному компьютеру не стоит. Также, если незнакомый человек просит отослать какие-то документы с вашего компьютера, вставить флешку, вы получили какое-то голосовое сообщение о том, что нужно там перезвонить кому-то для того, чтобы вам что-то настроили, то есть втирание в доверие. То есть все эти моменты связаны с работой. Если касательно жизни, значит, как я уже говорил, доверяться письмам, чаще всего смс-кам,
Я надеюсь, вам не доводилось с этим сталкиваться, не дай бог. Были тоже случаи у меня на предыдущей работе, когда, соответственно, некоторые сотрудники, у них было или не было, в принципе, объявление на Авито, но приходила смс-ка о том, что мы хотим обменять ваш участок или машину на свой. Или там, посмотрите, пожалуйста, вот ссылочка в смс-ке. Люди нажимали на эту ссылку на смартфоне, в итоге получая зараженный смартфон, за счет того, что смартфон заражался через ссылку, получал, и в результате утекали деньги. Если отвечать на ваш вопрос, когда идет речь о менеджере и большой-большой поток информации, здесь хотя бы проверяйте вложения в письмах на расширение. То есть есть определенный список расширений, которые ни в коем случае не рекомендуется запускать. Как бы там хорошо ни было написано в письме. Это .exe-файлы исполняемые, то есть, по сути, инсталляторы. Это файлы с расширением src, там, sh, shell, то есть, script, расширение bat, batники под Windows, это актуально. То есть все, что явно бросается в глаза с нестандартным расширением. Да, есть опасность, то, что все-таки злоумышленник воспользовался уязвимостью в том же Word или в Excel, то есть в пакете Microsoft Office. Которые недавно были выявлены, и в результате много человек пострадало. Хорошую рекомендацию дает Александр, но если это менеджер, то подготавливает песочницу и идти на сайт VirusTotal вряд ли человек будет, поэтому я рекомендую, наверняка у вас есть служба безопасности информационной, значит, и наверняка они вам рекомендуют в этом случае, если они не рекомендуют, то это уже не очень служба, поэтому надо прекратить действие компьютера, пригласить специалиста, чтобы он уже сам в песочнице проверил этот файл, если уж очень подозрение идет. Либо, тем более, если вы уже поняли, что заразился компьютер, то срочно выключать его и так далее, пока все там не зашифровалось. Если говорить о вирусах, под ВМ не запустятся, но просто под виртуальной машиной. Понятное дело, что сейчас вирусы пишутся с обнаружением виртуальной среды, но если правильно подготовлена песочница с антидетектом, то есть настроена антидетект в песочницах, то вероятность того, что будет настолько продвинутый вирус, что он что касается мер защиты. Сфера социальной инженерии настолько широкая, что нужно понимать, кому вы относитесь. Просто физлицо, которое хочет защититься от атаки и не потерять свои деньги. Либо же организация. Если организация, то должна разрабатываться продуманная политика классификации данных, в которой будет прописано,
что ни в коем случае нельзя там пересылать по электронной почте, сообщать по телефону, потому что бывают разговорчивые сотрудники, которым стоит только позвонить, они и кто где сидит и так далее. Обучение сотрудников навыкам по распознаванию социальных инженеров, то есть хотя бы какой-то вводный базовый курс, по тому, что может сделать социальный инженер и как этому противостоять, наподобие тому, что вот мы сейчас рассматриваем. У меня тут что-то непонятное происходит, почему-то платформа, я смотрю, у нас отключается. Если видео прерывается, вы напишите мне, пожалуйста, я постараюсь что-то сделать, проверить, потому что я не понимаю, почему так происходит. Он со слайдов переключается на заставку. Естественно, в организации должна быть многоуровневая модель обеспечения безопасности. Что здесь подразумевается? Физическая защита. Понятное дело, что это система контроля управления доступом, чтобы просто социальный инженер не проник в организацию. Дальше. Данные категорируются, то есть деловая информация, отнесение информации там категории для служебного пользования, чтобы лишний раз это не пересылалось по почте и тем более не разглашалось по телефону. Настройка программных средств, которые там будут отлавливать вирусы, в том числе в тех же файлах во вложениях, проверку производить, те же антивирусы на конечных устройствах, endpoint защита, защита внутренней сети и периметра. Прошу прощения за то, что платформа нас подводит. Я здесь бессилен, к сожалению, потому что такое происходит. Учтем в следующий раз при следующих вебинарах. Давайте вернемся к нашей виртуальной машине и Social Engineering Toolkit. Пока запускается, давайте на вопросы тоже поотвечаю. Отдельный вебинар по песочницам запрос. Но если тема очень интересна и на нее спрос будет, то можно подумать насчет этого вебинара. Я думаю, это будет актуально в курсе информационной безопасности. Наверняка вы знаете, что у нас есть курс информационной безопасности наподобие этичного хакинга. То есть там, в принципе, более подробно рассматриваются вопросы уже инструментальной защиты от атак и как, в принципе, злоумышленник атаки может проводить. Замечательно. Давайте пока мой немощный ноутбук это все дело проворачивает, пишите, пожалуйста, вопросы. То есть, по сути, у нас по слайдам я уже подошел к концу, и по времени у нас тоже вебинар подходит к концу. Пишите, пожалуйста, в чат вопросы. Я на них пока что поотвечаю. В том числе, кто бы хотел там видеть продолжение темы социальной инженерии, может быть, инструментов того же Мальтега и СЭД более подробное, потому что все-таки даже двух часов по такой обширной теме мало, то есть рассмотреть мы можем только верхи самые.
Так, виртуальная машина у меня запустилась. Поставьте, пожалуйста, плюсы, кому все видно и, в принципе, четко ли видно все. В Kali Linux как Maltego, так и Set предустановлены. То есть переходим в раздел Applications. Открывается списочек очень обширный, который называется Favorites. И здесь, в принципе, уже в новых версиях еще более удобно стал доступ ко всем инструментам по категориям. Выбираем Social Engineering Tools. По поводу видео, еще раз повторюсь, постараемся это учесть в следующий раз, исправить как-то. Может быть, все-таки дело в моем ноутбуке, но смотрим. По теме книг, значит, какие любимые и самые полезные. У меня на самом деле, может быть, хорошая, может быть, в какой-то степени плохая черта. Мне хочется объять необъятное в сфере информационной безопасности. Поэтому, если есть какие-то вопросы, я могу, в принципе, подборочку книг сбросить. В конце на слайде я вам свой email напишу. Если это интересно, в том числе для вас, кто задавал вопрос, комментируйте, поставьте плюсик. Так, загружается терминал. Мы видим здесь несколько категорий в меню. Собственно, социально-инженерные атаки, атака на проникновение, то есть инструмент SET не только позволяет проводить различные фишинговые атаки, создавать полезную нагрузку и так далее, но еще, в принципе, fast-track, это означает, что достаточно какую-то в быстром режиме проводить тестирование, автоматизировать это. Дополнительные модули, third-party модуль, обновление Social Engineering Toolkit рекомендуется, он, в принципе, мне говорит, что доступна версия уже 7.7.5, и различные конфигурационные настройки и помощь. Мы выбираем первый пункт Social Engineering Attack. Здесь все управляется через цифры. Указываете цифру, интересующую меню, и он переходит в соответствующий раздел. Значит, я обещал вам показать вариант применения SET на вектор атак веб-сайта. То есть выбираем двоечку. И здесь видим различные варианты. Java Applet Attack метод, Metasploit, Browser Exploit. То есть здесь идет речь о использовании какой-то полезной нагрузки и доставки на конечный узел. То есть, проще говоря, создается файл со скриптом, зараженный, и используя существующие эксплойты, в том числе с таким инструментом замечательным, как Metasploit, можно это все реализовать. То есть, если это интересно, рекомендую делать свои там песочницы, создавать или загружать готовые виртуалки, которые можно будет инструментами из Kali Linux потестировать, поковырять. Нас интересует пункт Credential Harvest Attack метод, который подразумевает под собой следующий набор возможностей. Есть три раздела. Web Templates, то есть вы можете использовать существующие загруженные шаблоны для того, чтобы делать фишинговые сайты. Сайт Cloner, чтобы создавать эти шаблоны. И Custom Import, то есть вы загружаете какой-то свой собственный шаблон сайта. Нас интересует сайт Cloner. В процессе отработки этого пункта у вас должен появиться IP-адрес ваш, соответственно. Это означает, что
Данная опция позволяет использовать IP-адрес, с помощью которого и на который будет возвращаться постзапрос с веб-сайта. То есть в результате вы получаете копию, клон того сайта, который хотите видеть у себя в шаблонах. Поддерживается инструментом SET оба типа протокола HTTP, как обычный, так и защищенный, HTTP, HTTPS. Рекомендуется вводить адрес сайта, как в примере, example, то есть вы указываете полный URL, HTTPS, допустим, на примере. Мы будем рассматривать сети vk.com. То есть, понятное дело, что получить какую-то информацию более подробную можно из тех же соцсетей, из почтовых ящиков. То есть злоумышленник может воспользоваться этой слабостью, то есть склонировать сайт и сделать атаку по типу фишинг. То есть в результате мы видим, что процесс клонирования, в принципе, занимает не очень долго, и ниже приводится строка, в которой говорится о том, что будет здесь отображаться ниже информация о том, насколько там успешно проходит ваша атака, грубо говоря. То есть, по сути, клон сайта уже есть, остается лишь проверить, корректно ли он склонировался. Для этого открываем браузер и вводим там адрес, либо localhost, либо IP-адрес, который у нас указан в инструменте, то есть который является вашим IP-адресом 192.168.0.103 в моем случае. Должен открыться клон сайта vk.com. Здесь уже дальше, с точки зрения злоумышленника, дело техники, каким образом он, где будет размещать этот клон сайта, каким образом вы на него попадете. Понятное дело, что вы где-то находитесь далеко, и, как правило, клоны сайтов размещают на там, хостингах, может быть, бесплатном хостинге, в результате чего в письме указывается какое-то интересное для вас информационное сообщение, что срочно зайдите, посмотрите, ссылка vk.com, что-то там произошло, вас взломали. Человек сразу же, как правило, кидается проверять, а может, правда взломали, и переходит по этой ссылке фейковой на склонированный сайт. Так, открылся браузер, вводим сайт, IP-адрес вашей машины. То есть проверяем. Видим, что появился заголовок. Заголовок «Добро пожаловать ВКонтакте». То есть уже эффект виден. И у нас отображается стартовая страница vk.com. То есть здесь уже, опять же, дело техники злоумышленника, который успешно может замаскировать, естественно, не будет отображаться какой-то его IP-адрес, будет домен. Может быть, в домене просто подменена буква, символ лишний, но вы не обратите внимания на это. Также может сыграть злую шутку то, что там какой-то
экстренное сообщение, которое вы видите, вас настолько завлекло, что вы даже не обращаете внимания на перечеркнутый значок замочка, который означает, что подключение к сайту не защищено. Более того, браузер современный умеет детектировать небезопасные соединения. То есть, в принципе, с той поры, как все начали переходить на HTTPS, браузеры упорно, сайты даже такой список слабодоверенных. То есть они говорят, что не HTTPS, значит, могут украсть ваш логин и пароль. Даже при вводе логина и пароля, соответственно, у нас мы вводим логин и пароль. То есть, получается, мы находимся со стороны пользователя. Понятное дело, что когда вы входите, там может произойти какой-то редирект на настоящий сайт vk.com, потому что если вы увидите какое-то сообщение нестандартное, то вы что-то можете заподозрить. Но на стороне злоумышленника он видит следующую информацию. То есть он мониторит, что какие информации. В результате мы нашли совпадение, печатаем информацию и видим, что идет ряд параметров, действия, логин и возможный юзернейм. И мы видим то, что мы вводили. И мы понимаем, что если злоумышленнику удастся вас убедить, что этот сайт действительно настоящий, то с большой вероятностью он получит ваш логин, юзернейм, который является предположительно имейлом, электронной почтой, и ваш пароль. В результате это один из способов, которые применяют злоумышленники. Поэтому будьте внимательнее с рассылкой, которая приходит вам. Если там будут прикрепленные файлы, непонятные, недоверенные ссылки и так далее. Проверяйте всегда, действительно ли ссылка. Можно, в принципе, навести на ссылочку курсор, и он может подсветить вам, что действительно скрывается за этим текстом. Так, теперь в завершение. Тут вопрос был по поводу любимых книг и все, что касается информационной безопасности. Ну, сайты для общего развития можно социоинженеров. Это Abagnale, Митник. Рекомендую ходить по ссылочкам и по, значит, разделам сайта socialengineering.org. Очень интересный сайт. И самая последняя ссылка по Терве – это как раз-таки сайт разработчиков Мальтега. Что касается книг, Кивин Митник «Искусство обмана», также хорошая книга «Призрак в сети. Мемуары величайшего хакера». Если брать Хеднеги, владелец сайта Social Engineering Org, это «Искусство взлома человека». В принципе, можно найти, по-моему, даже купить в виде русскоязычной версии. Хорошие книги, которые могут показаться интересным тем, кто интересуется этой темой, это «Психология лжи» Пол Экман. Там же есть элементы
того, как, какие стандартные поведения есть у человека, как по мимике, по невербальному общению определить, там, обманывает вас или нет. В принципе, для жизни это тоже может пригодиться. Не только для отражения атак софт-инженеров, но и в принципе. И наверняка слышали там, такой термин, как НЛП. Ну, это больше относится к психологии, к Полу Экману, соответственно. Дмитрий, вопрос был, а почему возможный? Речь у вас шла, насколько я понимаю, о логине и пароле. Правильно ли я понимаю или нет? Но я, скорее всего, думаю, что да, вы просто подтвердите, плюсик поставьте, значит, по тому, что возможный. Все-таки предполагается, что сайт находится где-то удаленно, и стопроцентной гарантии никто не может дать. Может быть, пользователь вводил логин и пароль, тоже ошибся в одной буковке. Он там у себя увидел, что он не смог войти, ну, его редиректнуло с фишингового сайта на настоящий, он не смог войти. И он ввел уже в следующий раз на реальном сайте настоящий логин и пароль. А вы у себя увидели в сете за разницей там в 1-2 символа, может быть, там не в том регистре, эти данные. И они, конечно же, у вас не подойдут для того, чтобы... Дальше что? Пожалуйста, вопросы в чат, потому что у нас время и вебинар подходит к концу. По поводу Игоря Семдянова, хорошая рекомендация. Поэтому стоит к ней присмотреться. Очень хорошо рассказано с точки зрения вот на русском языке, потому что англоязычные источники лучше читать, конечно, в оригинале. Если пока нет достаточного уровня английского языка, то либо искать переводы реальные, либо альтернативные. В принципе, многие заинтересованные люди темой сами переводят, берут на себя инициативу и переводят различные стандарты, такие как у вас в топ-10, посвященные веб-уязвимостям, либо же книги, связанные с тестированием на проникновение. То есть очень много среди наших коллег, кто занимается еще и переводческой деятельностью for fun, то есть для того, чтобы кто-то мог этим попользоваться в дальнейшем. Так, пару минут жду ваши вопросы. Если не будет вопросов, соответственно, мы на сегодня будем считать, что вебинар закончен. А, да, кстати, по поводу электронной почты обещал вам, если будут вопросы, пишите, стараюсь ответить. Не расстраивайтесь, если сразу не отвечу, потому что, опять же, могу быть... Так, почту, надеюсь, все видят. Кто заинтересован, соответственно, пожалуйста. Также вы можете писать у нас на портале Geekbrains.
под вебинаром. Там, соответственно, через какое-то время запись должна быть выложена, насколько мне объясняли это. В том чате тоже пишите, я его просматриваю, тоже стараюсь отвечать. Ошибку вы какую имеете в виду в почте? Опечатку? Сейчас пока ждем ответа по ошибке в почте, соответственно. Нет, там все правильно. То есть по почте все правильно. А по поводу белого хакера на работе в офисе все время сидит в стандартах и отчетах. Если вы действительно хотите работать в этом направлении именно белым хакером, нет, буква М правильно, значит, вы не будете сидеть в стандартах и отчетах. Знать стандарты нужно. Допустим, идет речь о тех же стандартах у вас в топ-10. Это необычные стандарты, которые идут, может быть, вы подразумеваете там ГОСТы, нормативную документацию, там, федеральные законы. Это не совсем то. Это для вашей работы нужно будет стандарт у вас в топ-10. Или, допустим, стандарт МИТРа ЦВЕ. То есть, который описывает, соответственно, уязвимости. Отчеты, без отчетов никуда от них не деться, но все же, как правило, если вы действительно ценный сотрудник, настоящий хакер, белый на светлой стороне, значит, отчеты будут за вас писать аналитики, которые, собственно, этим и заниматься должны. Так, если нет больше вопросов, спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. На сегодня вебинар у нас закончился.